Что такое 3D-ручка и зачем она вам нужна? Я с таким еще не сталкивалась, так что давайте разбираться вместе. Для начала поговорим о том, что вообще из себя представляют 3D-ручки и как они работают. Выделяются два основных типа ручек – холодные и горячие. Первые работают с фотополимерами, вторые – с пластиковой нитью. У нас сейчас ручка именно второго типа, поэтому о них мы и поговорим подробнее. В горячих 3D-ручках используют два типа пластика – ABS и PLA. Первый – ABS – очень долговечный, хорошо подходит для склеивания деталей, но при этом может не нравиться некоторым из-за резкого запаха жженого пластика. Второй тип пластика – PLA – также отличается долговечностью, однако он более органичный и плавится при более низких температурах, поэтому не выдает такого резкого запаха. В первую очередь 3D-ручка порадует ребенка. Возможность не просто рисовать на бумаге, а создавать трехмерные объекты открывает очень большой простор для творчества. И в отличие от пластилиновых изделий, отпечатанные 3D-модели останутся с вами надолго. С помощью 3D-ручки можно отпечатать небольшие детальки, которые потерялись или которые сложно найти или купить. Это практичная сторона вопроса. Ничего особо большого, конечно, не сделаешь, но при должном терпении можно сделать заглушку для торчащего винтика, крючок для ванны или потерявшуюся крючку от объектива. Отдельная сфера – это небольшие модели научных проектов или просто конструкторских разработок вашего юного гения. Согласитесь, изучать теоремы геометрии или строение модели ДНК по биологии гораздо интереснее, когда ты сразу можешь пощупать то, что изучаешь. Но будем откровенны, чаще всего вы будете печатать в себе всякие брелочки, подвески, тематические украшения. В общем, меня за уши нельзя было тащить от этой ручки. Работала я по такому принципу. Распечатывала на бумаге эскизы и обводила их по контуру. Более технологичное решение – использовать приложение Polaroid Playtrace. Логика там та же. Есть контуры, мы их обводим. Но что круто, в этом приложении можно любую картинку перевести в такой векторный формат для рисования. Внешне Polaroid Play выглядит похоже на другие 3D-ручки. Удобная толстенькая мега-ручка с парой кнопок на корпусе. Есть кнопка включения, она же отвечает за то, чтобы отдать нить пластика, когда вы закончили работу. Ниже, прямо под большим пальцем, кнопка запуска печати. Работает она в двух режимах. Автоматически, когда после короткого нажатия начинается печать и идет, пока не закончится нить, или вы не нажмете эту кнопку еще раз. И ручной режим, когда печать идет только, когда вы держите кнопку зажатой. Он менее удобный для длительной печати, а подходит, когда вы делаете небольшие фрагменты или склеиваете готовые детали в одну большую конструкцию. На противоположной стороне корпуса есть две кнопки для управления скоростью печати. Это очень удобно, когда вы только учитесь печатать или у вас сложная схема. Большие блоки, требующие заполнения, удобнее печатать побыстрее. А вот точная прорисовка небольших деталей комфортнее делается при медленной подаче пластика. Также можно ускоряться на моментах, когда заправляешь нить в корпус для подготовки к печати, если вы такие же нетерпеливые, как я. И вместо минуты получаете заправленную и готовую к печати ручку секунд за 30. Техника безопасности при работе с 3D-ручкой очень простая. Главное не трогать руками сопла и часть корпуса, отмеченную значком «горячо». А когда вы заканчиваете работу над деталью, обязательно ставьте ручку в подставку, которая идет в комплекте. Так ручка случайно не скатится и вы не обожжетесь об нее. Кстати, сама ручка готовится к работе очень быстро. Подключаете ручку к сети и смотрите, когда красная лампочка сменится на синюю, значит, можно начинать печать. И последнее, что важно помнить при работе с обычными 3D-ручками, когда вы закончили печать и выключаете ручку, не забудьте вытащить нить. Polaroid Play для забывчивых предусмотрена функция автовыдачи нити после 10 минут бездействия. Но работает эта магия только пока ручка подключена к питанию. Кстати, она может работать не только от сети, но и от пауэрбанка. Так что ручку можно взять с собой куда угодно, и вам всегда будет чем занять своего ребенка. В комплекте с Polaroid Play вы получаете 4 мотка пластика по 5 метров каждый. Этого, в принципе, хватит для начала, но я бы рекомендовала сразу покупать дополнительный набор. Стоит он относительно немного, зато вы получаете 20 мотков разных цветов, парочка из которых даже флуоресцентная. Если вы до сих пор не знаете, зачем вам 3D-ручка, не знаю, пересмотрите обзор сначала. Или спросите у ребенка, он уж точно найдет ей 1001 применение. Это крутой гаджет из будущего, который позволяет вам творить и быть оригинальными. Так что пишите оригинальный комментарий, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Кстати, мы решили, что эта ручка настолько крутая, что вы наверняка ее себе захотите, поэтому мы разыгрываем ее среди подписчиков нашего канала. Для этого вам понадобится всего лишь репостнуть этот обзор в Фейсбуке и в комментариях к этому видео поставить ссылочку на свой репост. Через 2 недели с помощью Random.org мы разыграем эту ручку и определим счастливчика.